Сегодня у нас Эдна, красавица. Приветствую всех, чао тути, я на фоне Эдны. Видите, она у нас еще снежная, красивая. И дымит, работает. Работает и днем, и ночью. Я хотела вам прорекламировать один магазин, но это такая реклама, где я покупаю вещи. Это такие бутики под названием Ольтре. И там есть, самое главное, что там есть большие размеры. 52 и 52R. Что такое 52R, я не знаю. Ну, наверное, какой-то регулируемый размер. Чуть больше, чем 52. И хочу показать несколько вещей, что я там покупаю. Здесь все, и бижутерии, шарфик, штаны и так называемый полувер черный, это все я купила в магазине Ольтре. В том числе я купила и вот этот пуховик черный в этом году, который мне обошелся в 50%. Хочу сказать, что вещи качественные, очень хорошие лекалы, просто замечательные. Особенно мне нравится там покупать штаны и верхние вещи.